принимавшие участие в сражении у высоты 137 американские войска, были преобразованы в мощную ударную группировку и направлены в небольшую изолированную долину под названием Хубай. Разведка США определила этот район как ключевую стратегически важную область. Источники, близкие к верховному командованию, предупредили, что там же находятся регулярные части СВА. В районе долины Пхубай войска США собирают для предстоящего штурма крупные силы. Их задачей является уничтожить канал поставки риса для тысяч солдат северо-вьетнамской армии, чувствующих себя здесь как дома. Под нажимом прессы ОЦК заявила, что эта операция не представляет никакой угрозы для гражданских запасов продовольствия в этом районе. Акула, куда?
стою.
Великая долина Пхубай стала одним из самых страшных мест для армии США. В течение всего лишь нескольких часов чудесный ландшафт превратился в кровавое поле боя, на котором танки СВА рассеяли американских солдат и технику. Необычный поворот событий. ОЦК вскользь сообщила о развертывании всех родов войск. Источники, близкие к командованию, сообщили, что штурмовики и вертолеты будут поддерживать наземные силы с тем, чтобы сломить хребет, лезущим в демилитаризованную зону вьетконговцам. Ожидается, что это будет одна из крупнейших операций за все время конфликта. Другое неожиданное событие заключается в том, что Индира Ганди была избрана... Вижу лодку противника. На карту смотри. Давай обратно. Хорошая работа. База наша. В мою сторону движется противник.
Тяжелые танки Гука! Thank you.
дезертируешь с поля боя никак! То, что многие называют возвращением в ад. Американские силы подготовились к противостоянию ССВА в демилитаризованной зоне. Ведь всего лишь несколько лет назад в этом же районе гремели бои, принесшие ужасающие для нас последствия. Памятуя о тогдашних ошибках, командование вооруженных сил США пустит в ход все рода войск, в том числе штурмовики, вертолеты и бронетехнику всех видов. После брифинга у... Необычный поворот событий. ОЦК вскользь сообщила о развертывании всех родов войск. Источники, близкие к командованию, сообщили, что штурмовики и вертолеты будут поддерживать наземные силы с тем, чтобы сломить хребет, лезущим в демилитаризованную зону вьетконговцам. Ожидается, что это будет одна из крупнейших операций за все время конфликта. Другое неожиданное событие заключается в том, что Индира Ганди была... Залезешь, недоумок! Они сняли наш аванпост!
Необычный поворот событий. ОЦК вскользь сообщила о развертывании всех родов войск. Источники, близкие к командованию, сообщили, что штурмовики и вертолеты будут поддерживать наземные силы с тем, чтобы сломить хребет, лезущим в демилитаризованную зону вьетконговцам. Ожидается, что это будет одна из крупнейших операций за все время конфликта. Другое неожиданное событие. Anh đang đi sai đường.
Кундай! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Товарищи! Thank you.
Ударай! Акула, куда?
enough! Сегодняшний день был одним из самых кровавых для войск США в джунглях Вьетнама, в то время как командование называет это обыкновенным крупным. Это именно то, что многие называют возвращением в ад. Американские силы подготовились к противостоянию с СВА в демилитаризованной зоне. Ведь всего лишь несколько лет назад в этом же районе гремели бои, принесшие ужасающие для нас последствия. Пометуя о тогдашних ошибках, командование вооруженных сил США пустит в ход все рода войск, в том числе штурмовики, вертолеты и бронетехнику всех видов. После брифинга ОЦК для прессы были произнесены буквально следующие... Зачищено, мы взяли ее! Обратно в бой, паскуда!
Вперед! Необычный поворот событий. ОЦК вскользь сообщила о развертывании всех родов войск. Источники, близкие к командованию, сообщили, что штурмовики и вертолеты будут поддерживать наземные силы с тем, чтобы сломить хребет, лезущим в демилитаризованную зону вьетконговцам. Ожидается, что это будет одна из крупнейших операций за все время конфликта. Другое неожиданное событие заключается в том, что Индира Ганди была избрана. Thank you.
Пойдем! Мэн! Thank you.
回来 ，tonight。
Акула! Quân mấy?
title, but he's not going to... Это именно то, что многие называют возвращением в ад. Американские силы подготовились к противостоянию с СВА в демилитаризованной зоне. Ведь всего лишь несколько лет назад в этом же районе гремели бои, принесшие ужасающие для нас последствия. Памятуя о тогдашних ошибках, командование вооруженных сил США пустит в ход все рода войск, в том числе штурмовики, вертолеты и бронетехнику всех видов. После брифинга ОЦК для...
вид серьезный. Черт! Буки заняли нашу базу!
куда ж ты лезешь-то, а?
Медленно! Красные! Вид серьезный! Взяли ее! Валивай!
взяли их аванпост. Долины Пхубай войска США собирают для предстоящего штурма крупные силы. Их задачей является уничтожить канал поставки риса для тысяч солдат северо-вьетнамской армии, чувствующих себя здесь как дома. Под нажим